Всем привет, ребята! И сегодня я буду обустраивать детский садик в Тока-Бока. Так, теперь мы выбираем дом, в котором будем делать детский сад. Я выберу этот, поэтому его мы сносим и строим заново. Он у нас строится, построился, и мы заходим в него. В принципе, комнат, думаю, у нас тут достаточно. И начну со спальни. У спальни должны быть какие-то темные обои. Например, вот такие вот. Неплохо. И вот такой вот пол. Это у нас... У меня только что залагала только блока, поэтому заново вешаем наши обои со звездочкой и заново ставим пол. Так, вот. Нам нужны двухэтажные кровати. Какие-то вот такие, во, как раз детские. Поставим столько, сколько влезет. Вот так вот. Дальше можем поставить... какой-то стульчик, чтобы можно было передеваться на нем, сидя. И можно какие-то ковры повесить, а можно и постелить. Ну, какие тут есть? С облачками, но нет. Мы лучше кое-что другое повесим. Вот у нас тут есть вот такие вот звездочки. Повесим парочку. Ну и следующая комната, это будет у нас туалет. Мы убрали все предметы, и я не знаю, повесим другие какие-то обои. У нас тут случайно мы изменили обои. Я не знаю, повесим какие-то нейтральные, какие-то белые, вот такие. Ну, а пол... положим вот такой вот, как будто он из камня. Дальше, ну, возьмем вот такие вот миниатюрные, можно так сказать, туалеты и поставим перегородки. Перегородки у нас вот тут в душе. Возьмем вот такие. Чуть-чуть уберем. Готово. Дальше поставим раковину, может даже две поместятся. Не, поместилась только одна, но ничего страшного. И повесим зеркало. Дальше посмотрим, какие у нас полочки есть. Полочки у нас есть разные, но мне нужно, чтобы полотенце можно было вешать. Вот какие-то такие. И посмотрим, какие у нас... У нас есть полотенце для всего тела. Нам такое не нужно. Мы повесим маленькие полотенца для рук. Такие... и вот такие. Еще положим сюда расческу. Можно присыпку. Дальше салфетки. Подгузники. О, кстати, надо тут туалетную бумагу сверху повесить. Повесим вот такую, самую обычную. Повесили. И опять ставим перегородки. Ну, думаю, мы ванную закончили обустраивать и можем теперь обустроить, что это будет. Наверное, игровая будет вот эта. А для начала обустроим игровую. Берем. И, наверное, перекрасим обои. Обоим надо сделать какие-то яркие и веселые. Вот такие вот. А пол... даже не знаю, можно такой зеленый, но он какой-то такой не очень. Можно розовый, можно голубой. О, в виде ромашек. Это прям сказка. А может есть обои в виде неба? Давайте-ка посмотрим. Есть только в виде обоев ромашки. О, смотрите, это же в виде неба обои. Прям красота. Дальше можем поставить полочки, на которых будут лежать игрушки.
И поставим маленький какой-то миниатюрный диванчик. Вот, кресло, подушку можно поставить. Ну и какой-то маленький диванчик. Потому что у нас в детском саду были диваны. Подушку, кресло уберем. Куда-то сюда поставим, чтобы можно было посидеть, поиграть. Дальше поставим ящик для игрушек тоже. Ну, какой-то небольшой в виде лягухи. Хороший, хороший он. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Зайдем в игрушки, и тут есть достаточно крутые, достаточно большие игрушки. Можно, конечно, такое поставить, но, думаю, детям это не очень понравится. У нас есть такой вот крокодил, такой вот мяч, такая вот подушка. Еще у нас вот такая вот штучка есть. Думаю, им они оценят ее. О, у нас есть вот такая вот игрушка. У нас есть еще кубики, ксилофон, мелки положим сюда. У нас есть игрушечная, скорее всего, игрушечная гитара. Еще всякие разные игрушки. Ого, это что за чудо такое? Уберем-ка вот это вот. Это тоже уберем. Вау, красота. Думаю, это очень прикольно выглядит. Дальше, может, еще что-то поставим. Вот такой вот чудик у нас есть. Еще один резиновый мяч есть. Ах, бузик, арбузик. Ну, мало как-то игрушек. Вот. Еще настольная игра какая-то есть. Дальше можем пойти на кухню и взять какой-то маленький низкий столик. Вот такой вот. И к нему поставить какие-то стульчики маленькие. И они смогут играть дети. У нас настольные игры, допустим, какие-то. Следующее, это у нас будет маленькая столовая, скажем так. Для начала перекрасим обои. Обои пусть у нас будут, ну, тоже какие-то нейтральные. Давайте вот, нет, такие мы уже использовали. О, вот такие. Они, ну, такие, но нормальные. На пол камень как-то не очень хочется ложить, поэтому положим вот это. Дальше берем столики. Ну и возьмем какие-то такие детские. Я не знаю, какие можно. Вот такие вот. Поставим три столика, думаю, хватит. И стульчики надо. Ну, конечно, вряд ли вот эти вот зеленые. Поставим такие же белые, какие мы в игровой ставили. Вот такие, по три на каждый стол. Раз, два, три. Еще, еще. И еще. И надо, наверное, поставить какой-то холодильник. У нас тут есть такой вот висячий и висючий. Думаю, он, в принципе, подойдет. Теперь давайте-ка его с одной стороны откроем и положим сюда какую-то еду. Я не знаю, вот у нас есть молоко, пюрешка одна, пюрешка вторая, сок, еще молоко положим. Также можно еще кукурузу положить. Да, чего нет. Так, дальше открываем вторую сторону. Можно положить арбузик. Кто же не любит арбузик? Хлопья. Вот такие вот какие-то M&M-сики. Хлопья-то еще на стол поставим. Сахар. Не знаю, зачем он нам не нужен. Ну и думаю, достаточно. Закроем холодильник. Вот это будет у нас раздевалка и там, где приходят родители с детьми. Для начала поставим лавки. Я поставлю три лавки. Две таких вот больших очень, а одну вот такую вот маленькую. Они тут могут сидеть, переодеваться дети. Дальше нужны шкафчики. Шкафчики у нас тут.
Вот что-то такое есть, но я не знаю. Это как-то больше на школу смахивает. Ну, думаю, сойдет. Возьмем парочку таких вот розовых для девочек. И парочку для мальчиков синих. Вот они у нас тут. Еще синих. Готово. Здесь они могут свою одежду будут оставить. Еще посмотрим, какие у нас ковры есть. Ну, у нас есть белый ковер. Не знаю, посмотрим. Выглядит, в принципе, так себе. Поставим тут при входе. Дальше давайте развесим какие-то плакаты. Вот у нас вот такие вот есть плакаты. Вот такие вот есть плакаты. Нормально. Полочки. Нам полочки не нужны. Можно какие-то маленькие стулья поставить или кресло. У нас есть кресло-подушки, просто подушки. Ну, поставим, думаю, одно кресло-подушку и подушек чуть-чуть. Ну, а что? Вот тут. Вот. Дальше давайте стены перекрасим, а то мне они не очень нравятся. Ну, давайте вот такие вот сахарные сделаем. А пол... Ну, пол надо какой-то желтый. Вау, не очень как-то. Такое тоже не очень. Это мы уже использовали. У нас других полов мало. Белые. В принципе, выглядит неплохо. Неплохо выглядит, да. Используем белые полы. Что ж, ну, сюда можно одежду повесить, шапки положить. Возьмем детей. Вот девочка. Это ее сестра, допустим. Ну, и еще дети. Они пришли. Могут, ну, дети пришли, родители такие уходят. Надо воспитательницу взять. Воспитательница пусть будет вот она. Кладут дети сюда свои вещи. Дальше идут, допустим, играть. Играют, играют, как-то катаются на этой божьей коровке. Дальше идут, едят. Едят. Дальше идут в туалет, если хотят. Потом идут, спят, просыпаются. И их забирают тут их родители. Ну, вот такой вот детский садик получился. Ну, я буду с вами прощаться. Всем пока-пока!